Привет, я Отто, а это моя камера. А это мой пес Вундершмац. Мы любим гулять и фотографировать животных. Пошли с нами. Мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, я и Вундершмац. Вы это слышите? Кто так рычит? Это же тигр! Давайте скорее его сфотографируем. Так. Это тигр. Он страшно рычит, а еще у него полоски, как у моряка. У него шерсть разных цветов. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Он кричит. Это же обезьяна! Снимаю. Это обезьяна. Она кричит. А еще она любит жонглировать бананами. У обезьяны серая шерстка. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям. Щелк, щелк, щелк. Смотри, какой длинный хвост. И как кричит. Кто же это? Это же слон. Давай-ка его фотографировать. Раз, два, три. Снимаю. Это слон. У него длинный хобот. Он громко кричит. А еще он может пускать смешной фонтан. У него нет шерсти и очень грубая и морщинистая кожа. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это тигр. Он рычит. Он полосатый, как моряк. Это обезьяна. Она кричит. У-ху-ху-ха-ха-ха. И она любит жонглировать бананами. А это слон. Он очень громко кричит, а еще может делать фонтан. Мы идем по лесу, мы идем по лесу, мы идем по лесу, я и Вундершмац. Вы это слышите? Кто-то смешно хрустит в кустах. Это же белка. Давайте скорее ее сфотографируем. Так. Это белка. Она смешно хрустит, а еще она может набить полный рот орехов. У нее нежная рыжая шерстка. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Он злобно хрюкает. Хрюк-хрюк. Это же кабан! Снимаю. Это кабан. Он хрюкает. Хрюк-хрюк.
кабан хочет быть красивее. У кабана жесткая шерсть. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, щелк, щелк, щелк. Смотри, какие красивые рога! Кто же это? Это же олень! Давай его фотографировать! Раз, два, три, снимаю! Это олень! У него очень красивые рога! Иногда он украшает их гирляндой! У него прекрасная шерсть, а еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это белка. Она смешно хрустит. Хрум-хрум. И может набить рот орехами. Это кабан. Он хрюкает. Хрум. И хочет быть красивым. А это олень. Он молчит, но украшает рога гирляндой. На сегодня все. Пока-пока!